разбирая конфликт, советуешь раз или два. Говоришь, мне кажется, если держать дрель вот так, то она будет работать лучше. Я этому сам научился. Но если человек не спрашивает, он занят сверлением, нахер мне твой совет? Сиди за своим компьютером, а дрель оставь мне. Иногда люди не хотят советов. Им кажется, что их хотят унизить. Перестаньте давать друг другу советы. Они вызывают вражду. Советуйте, когда просят. Это у меня абсолютный вывод? Нет, просто так легче общаться. Потому что человека не образумишь, указав на проблему со словами «ты никого не слушаешь». Он и после этого не начнет слушать. Он будет действовать по-старому.